гибель Магеллана воспринимается как некая, с той современной точки зрения, битва с колонизаторством. То есть мы рассматриваем Магеллана скорее исключительно положительно, и он для нас великий путешественник, и гибель его трагедия. А с точки зрения филиппинцев, вождь племени Лапу-Лапу, он является освободителем. Национальным героем. Да, поэтому спустя 460 лет ему ставят памятник. И, ну, собственно, по-моему, это та же история. То есть история переосмысления. Была ли единая Индия, когда бы то ни было, или это просто некий запрос на единую Индию, потому что а как иначе? То есть пор здесь выступает, пор или порус выступает здесь